Меня зовут Катя Гусева, я телеведущая, журналист, топ-ведущая канала ФБР ТВ. Я попала на шоу «Мисс Бурлеск» 2014 первый раз. Меня пригласила Валерия Малиновская. Увидев мои образы, в которых я работаю у себя на канале, они такие в стиле пинап. Поэтому я очень люблю бурлеск, люблю очень выступления красивых, ярких и соблазнительных девушек. Особенно первый раз я вижу это вживую, потому что чаще всего я это видела, конечно же, в интернете, либо по телевидению. Я в полном восторге и очень хочется сказать Валерии, ты такая молодец, что ты сделала это, потому что нашей стране, России, это тоже очень нужно. На самом деле в Германии, в Европе это давно развивается, но в России, мне кажется, ты первая, кто вообще на такую площадку, на такое большое количество людей смогла заявить об этом. Для меня бурлеск это все, особенно я люблю, когда девчонки раздеваются практически догола. Мне кажется, это очень круто. Бурлеск, я люблю тебя.